В областном центре к стеле героям курянам утром возложили цветы первые лица области и города, представители молодежных и военно-патриотических организаций. Губернатор Роман Старовойт отметил важность сохранения истории своей страны и добавил: «Важно помнить героические имена солдат и офицеров, которые личным примером показали, что означает служение своей родине». Это те люди, которые делали историю страны. Это те люди, которыми мы гордимся, и я считаю, что это наша обязанность, во-первых, их помнить, во-вторых, рассказывать о них своим детям и внукам.